COVID-19 противостоит по-разному. Аллен Робер, известный как Человек-паук, забрался на 34-этажную башню в Барселоне. Свой очередной подвиг он назвал борьбой со страхом распространения коронавируса. Ситуация с коронавирусом сейчас достаточно напряженная, и люди начинают понемногу сходить с ума и паниковать. На самом деле страх гораздо более заразная вещь, чем само заболевание. Французский альпинист забрался на 142-метровый небоскреб «Глориас», ранее известный как «Башня Агроб». По словам мужчины, его восхождение – символический акт борьбы со страхом, охватившим всю планету из-за коронавируса. Аллен Робер забрался на небоскреб и потом таким же образом спустился. На верхушке здания не оказалось входа внутрь. Внизу его уже поджидали врачи и полиция. Но Человеку-пауку не привыкать быть арестованным после своих рискованных восхождений.